команды решительно настроены выиграть сегодня и продолжить борьбу за Кубок Англии в финале. Исход матча на данный момент непредсказуем, потому что это финал, но, надеюсь, сегодня мы станем свидетелями хорошего футбола, и этот футбол нас не разочарует. Ну и мы видим состав команды. Перед вами тактическая схема команды. Что скажешь, Костя? Георгий, они вполне могут захватить центральную зону. Да ладно. Отвечаю. Состав Манчестер Юнайтед. Команда сыграет по схеме. Пол команды Дошсату Шавейру спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Дошсату Шавейру. Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать. Есть шанс выйти вперед. Забивает футболист Манчестер Юнайтед. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Очевидная ошибка обороны. Нужно играть внимательнее. 9 минут отыграли, и у нас уже есть забитый мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Харри Кейн. Ну что, как думаешь, стоит от него ждать чего-то из ряда вон выходящего? Работоспособность у этого парня просто замечательная. Он здорово идет в атаку и создает постоянно моменты. Дошсату Шавейру. И есть поддержка у этой атаки. Чисто отобран мяч. Торган Азар. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Где же удар? Дошсату Шавейру. Шнедерле. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Момент для удара. Штанг. Морган Шнайдерлин. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Угловой удар, мяч у Манчестера. И это мог быть его дубль в сегодняшней встрече, если бы не вратарь. Ну, не думаю, что форвард на этом успокоится и будет искать свои шансы. И за боковой игрок Манчестер Юнайтед ведет мяч в игру. Морган Шнайдерлин. Дошсату Шавейру. Один. И удар должен последовать. Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. И вот потери в центре поля. Очередная потеря. Манчестер идет вперед. Загружает мяч. Харри Кейн! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Мяч ушел в аут. Суаре. Выигрывает борьбу защитник. Мемфис Депай. Удар Кейна. А тут что? Гол! Гол! И еще раз гол! Гол назревал. Они лучше играли, чаще угрожали воротам и, наконец-то, добились своего. Это было неизбежно. Да, конечно, они пока выглядят намного лучше соперника и полностью контролируют игру. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Тут может что-то получиться. Ну, а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Кейн! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. И это угловой шанс для Манчестер Юнайтед. Хороший момент, но защитник на высоте. Немного поторопился он вне игры. Wow.
Буатен. Посмотрим за этой атакой. И пошла передача. Плохая передача. И прерывает ее защиту. Азар. Мяч снова разминулся с воротами. Команде никак не удается сократить отставание. В этот раз почти получилось. Время и силы еще есть. И главное... Да, после такого... С этой замены у них наверняка произойдут какие-то тактические перестановки. Им надо забивать. Полуфинал Кубка Англии, и это начало второго тайма. Если судить по первому тайму, думаю, нас ждут потрясающие вторые 45 минут. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу? Отличный навес! И здорово играет защита. Азар. Момент! Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Манчестер Юнайтед атакует. Хорошая передача. Навес на деревню дедушки. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Душ Санту Шавейру. Батарь занял правильную позицию. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует. Мемфис Депай. Душ Санту Шавейру. И играть еще полчаса. Люк Шоу. Ждем судейского свистка. Замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Это может быть опасно. Торган Азар. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Здорово! Где же удар? И есть! Гол! Потрясающая атака. Великолепный прорыв и роскошный гол. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Это может быть опасно. Он просто не заметил оппонент. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Забирает мяч голкипер. Прошли последние 15 минут. Не безинтересная задумка, но исполнение не точно. Отлично сыграно, надо решать. Удается ему остаться с мячом, несмотря на прессинг. Да Сильва. И как пробил! Какой гол! Какой гол! Новый человек на поле наглядно демонстрирует, что появился он на поле не просто так. Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. А у нас 4-0. То ли еще будет. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Угловой будет подавать команда. Салиф Сане. Все в рамках правил, можно играть.
Посмотрим за этой атакой. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Тем временем соперник перехватывает мяч. Он накручивает соперников одного за другим. И как опасно пробил. Надо забивать, и гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. Закончен матч 5-0. Припев все знают, я думаю, нужен. Это победа, это заявка на кубок. Ну, о триумфе говорить пока рано. Впереди финал. Да, и поэтому пока радость достаточно сдержанная. Но ведь выиграли!